Ямальцы не торопятся ставить прививки от клещевого энцефалита. По информации окружного Роспотребнадзора, в январе вакцину поставили всего 66 человек. В то время как по плану на 2013 привить медикам необходимо почти 2000. Кстати, это уже актуально для тех, кто собирается в отпуск весной или в начале лета. Ведь для того, чтобы выработался иммунитет против энцефалита, необходимо время. Напомню, поставить прививку можно в 316-м кабинете городской поликлиники.